Итак, всем здорово, с вами Янс. Сегодня я буду играть на тени, записывать геймплей. Итак, возьму стартовый закуп и пойду на мид. Так, ладно, больше ничего не буду покупать, буду ждать ботла, когда накопится на ботле. Так, играю я на ПТСах. Новый сезон. 3-... Ну да, 3000, в общем, ПТС у всех. Винрейт, в принципе, нормально, но есть там парочка плохих игроков там с винрейтом по 40 там, и так далее. Будут тупить. Но мне, в принципе, насрать. Я уже настроился либо на проеб, либо на победу. Мне не важно, я хочу просто поиграть. Взял тени, захотелось на нем поиграть. Так, это где у нас там ФБ? Хер его знает где. Минер где-то, видимо, уже успел натыкать. А, ну, видимо, здесь где-то. Ну, опытный, видимо, минер. Потому что я помню тоже раньше, когда играл много на минере, то там надо было сразу моментально брать героя. И тэпаться сразу куда-то, ставить мины, чтобы не терять время, чтобы успеть поставить там 3-4 мины. Вот. Видимо, это все знает уже. Пик мне наш не нравится абсолютно. А, ну хотя у них тоже нага. Медузы вот это. Так себе пик, да и тускар особо. Не, ну тускар более-менее, но вот нага мне не нравится пик, потому что ей надо много фармить. Так же, как и морф. Ну, морфу что, сделайте Ethereal Blade и все. И он может убивать. Понятно. Я к ним не пойду гангать тогда, я попросил, пожалуйста, оставь мне руну. Мне мидер, мне нужнее, он себе нафармит. Мне нужна это была руна, чтобы я имел преимущество на миде. Но... Будет он просить у меня гангать, я специально пойду гангать именно на низ. А может быть, его вообще никуда не пойду. Буду просто стоять, фармить на ботл себе. Ты что, проблема у тебя, что ли? Какой жесткий, а? Не боится ничего. Да, нанизу по-любому надо будет помогать им. У них там линия не очень. Ну все, ботл есть, а курочка есть ли у нас? Вроде у ПТС у всех нормально, винрейты более-менее нормальные, куры нет. Печально, вот так вот. Сделал быстрый ботл, а принести себе его не могу.
Пришлось самому купить, но мне не жалко денег, но мне нужен быстрый башмак, чтобы контрить руны лучше, чем СС. Также не забывать писать надо СС. Ну и куда ты пошел, псих? Вообще ничего не боится, как будто не знает, что тени очень жесткий прокастер. Да ты как попал-то? У него башмак есть, ботл не стал себе тащить, окей. Блин, ну сейчас инвиза нет. Минер успел забрать впервые. На город наших союзников напали враги. Думал, достану станом, но что-то... Ну да, у него тапок у СФ. В принципе, бегать быстро. Ну, кто-нибудь донесет это говно или нет? Сколько мне еще ждать? Морф соло просто забирает эсэфчика. На город наших союзников напали враги. Ну сейчас опять он заберет, иди ты в пизду. Давайте-ка вы нахуй идете. Я свой башмак себе принести уже полгода не могу. Может, нанизу все-таки осталось еще руна. Опа, сларк. Опа, СФ. На город наших союзников напали враги. Жалко, маны нету, так бы я бы еще кого-нибудь убил. Ладно, хоть СФ и забрал уже хорошо. Видимо, у него там нет вардов на руне. Так бы он бы, если бы видел меня, то он бы не подставился. Рада видеть тебя. Блять, что я купил? Хотя нет, урну сделаю тогда.
не будет лишним. Блять, третий раз баунти уже. Ладно, сейчас подожду, пока долетит мне ПТ-шечка и пойду гангать. Снизу ДД спиздили. Наверху даже и гангать-то уже некого, что все сдохли. Нормально. Сэф 1.5, загноблен. Это хорошо. Но в принципе, с сэфом всегда все фидят. Лишь малая часть игроков хорошо играет на нем. Ну, не фидит там, убивает, все хорошо делает. Пойду на низ наведусь, пожалуй. Шларка бы как-то выцепить. Я бы его с паркаса бил. Блять, ну, я так и знал, что он спугнет. Как его убивать? Если я просто к нему выйду, вот там засыплю, то я его не убью. Надо, чтобы он без крипов ко мне подошел как-то. Понятно. ВД как будто ждал нас. Я из-за дома не мог скинуть этого дауна. Шларка. Конечно, файл, блядь, впритык со мной стоит. Все, пизду, блядь. Без даггера вообще не круто играть. Все, и руны все пиздят. Надо отсюда съебывать. Где-нибудь подфармить. Как-то на даггер накопить денег. Если катка пойдет сразу. Ну, мне дом помешал Сларк убить, я его два раза мог убить. Надеюсь, на топе осталась руна. Хотя сомневаюсь, но проверю. Заебись. Золото схитил вышечку. Даггер не за горами. Пока включу ПТ на интеллект, чтобы реген побольше был. Блин, там куча народу, я не знаю, тут, наверное, руну не буду ждать, пойду на топ руну ждать. Опять баунти, наверное, выпадет мне. Без мана вообще тяжко. СФ бы сейчас бы уже умер, если бы у меня дагер был. Но где я его возьму, когда мне мешают убивать? Ну, в принципе, дум. Не знаю, кинул дум, да, но блин. Оп, так. Этого я пацана не убью, мне надо именно. Все-таки убил. Хорошо. Там еще бочка была на всякий случай. Но я не думаю, что минер бы успел среагировать и взорвать СФа. Как часто это бывает. Не как часто, а как всегда это бывает. Он бы просто мимо бочки пошел, прошел со 100 хп и все. И потом бы еще в чат написал ха-ха рак. А минер бы мог его взорвать. Ну хотя этот минер вроде мог
и взорвать, раз он это все вроде нормально делает. Ну, ништяк. А, он на меня кинул армор, ничего себе. Вот она, пассивочка наша. Прикольная. На последнем уровне прокачки 25% вероятность застанет врага. Это вообще имба. Так, все, пойду в потайной, короче, магазинчик. Уже на дагер пока натикает. Еще 10 монеток. Все отлично. Опа. Надо бежать за руной скорее. 5 баунти. Что у нас у снайпера? Дасик. Не так плохо. Да, в принципе, игра не донная здесь, потому что у всех там по 3, там по 3500, у меня вообще 3900 ПТС, а это новый сезон, то есть, понимаете, это все бывшие, там 8-9 тысяч, получается. Или просто задроты, которые с начала сезона задротят. Блин, аморф неплохо так фармит, лук уже у него. Ну, приятно играть, когда не только... Победа зависит от тебя именно. А еще кто-то может втащить. Это приятно. Кто привык с раками играть. Про аккаунта когда не было, там особо не повыбираешь игру хорошую. Там зашел кому-нибудь и все, и, а там все раки. Еще и агрится. Так, сэфчик. Сэфчик, сэфчик. Криво что-то вышло. Кончиком стана его зацепило только. Ну ладно, я его еще убью, надеюсь. Только его я и вижу на карте. Что-то куда-то все подевались. А вот они где все. О, так ничего себе, там медуза. А ну тут там еще ВД вардит же. Надо тогда смоки будет покупать. Чтоб поуспешнее гангать, а то все какие-то это аккуратные. 5 баунти. Все-таки я урну, пожалуй, сделаю. Раз купил это говно. Хотя. Барабаны может сделать. Нет, никого барабанов. Нет никого барабанов. Или нет, все-таки урну все-таки сделал. Все-таки, все-таки. Блин, какие они сладкие все ходят. Они просто с прокаста умирать должны. Сейчас я тогда себе урну донесу. И как раз пойду зарабатывать эту урну. Мне главное выцепить одного, вот, без скрипов, там, без всего, хоп, вот как ВД вот сейчас идет, хоп, с даггером, быстро. Давай, урна. Медуза там уже с линкой. Надо как-то грамотно выцепить кого-то, попытаться, хотя тут варды, чё, без смоков не получится. Туда опасно идти. Ой-ой-ой, сразу эта штука летит ко мне. Не, зря я, конечно, туда пошел. Моментально среагировали уёбки. Не, ну это жесть реально. Просто моментально. Ебать.
Че он такое делает, Радик? Жесть. Первый раз вижу на сларке Радик. Но игра обещает быть интересной. Да. То есть я иду такой, иду, хоп, СФа быстро убил за секунду. И меня тут же ловят. Ну, блять, у них тут варды, да. Хорошо бы шлип минер еще. Denial, варды. Не, этого говнаря я попробую все-таки убить сларка, а то, блин, это проблема будет очень большая. Он регенится в лесу, где-то стоит. Блин. Он с крипами стоит, я не смогу его так убить. Мне надо именно его подкинуть. Меня здесь видно? Не видно. А, похер. Вроде я уже спалился. Ну тут с крипами стоял. Хер что сделаешь. Штормщик, вы этот морф красава. Ну он с Этериалом уже. Так, давай-ка с тобой пройдемся куда-нибудь. Леса морф. Я смоки же нажал. Ладно, как хочешь. Я опять пойду кого-нибудь убью и сдохну. Или не сдохну. Еще и руну сейчас заберу. Опять баунти. Да я вообще богач какой-то получается. Конченый, блядь. Со своим сигилем. Кто где умирает? Нет, не могу. А. Винер что ли кого-то взорвал? Ясно. Ну, он, кстати, нормально делает. Потому что он онлайн не выйти особо, не пофармит. И в лесу он еще минирует. То есть вообще трудно. Ебаная СФ пишет. 1.8. Ну, ему тяжко, чё. Я бы, конечно, тоже на его месте бы не раз отдался. Ну, а чё поделать? Так, сейчас я подожду. Опа. Отлично. Все, у нас имба стан уже. Медуза, ты бесишь от меня. Я видел, что ты ультанула, да. Поэтому не стал поворачиваться лицом. Давай сейчас еще одну баунти рунку мне. Хоть бы какой-нибудь инвиз дали или реген. Реген бы вообще не помешал. Но мне дадут иллюзии или баунти. Ясно. Иллюзии мое все просто. Тычка. Все, насрать. Все равно не уйду отсюда. Ну, блин, опять ВД откуда-то вылез, непонятно откуда. Да?
15 хп у АСФ осталось. Минер пошел, блин, с руки наваливать. Но он не найдет его. Вон он вообще стоит, блин, не боится вообще насрать ему на все. Столько смертей, 9, и не боится все еще. Ну, блин, я пытаюсь убивать в соло, как бы. Мне нужно это делать. Так, АСФ все-таки там умер где-то, отлично. Так вот, мне надо убивать как-то в соло. Да, конечно, умираю сам, но, блин, а что поделать? Я вижу цель, вижу, что это потенциальный враг, ой, фраг. Иду его убивать. Ну, умер, потому что, блин... Я видел там только одну медузу. Я видел, то есть, там медуза и тускар. Я думал, убью тускара по-быстрому и уйду. Но, блин, что-то ВД откуда-то, еще кто-то там появился. Почему-то я его с прокаста не убил, странно. Тускара. По идее, должен был убить. Да. Брейсер купил. Видимо, поэтому я не смог. Он делает, короче, лотар еще один. Там еще и у Асефа будет лотар. И, скорее всего, у Вич-доктора будет лотар. Что-то у него ник знакомый. Ну, формула. Такой вроде канал на ютубе был. Пойду я искать дальше жертву. Так, там ВД. Вич-доктора надо постараться убить первее. Или здесь они меня уже видят. Скорее всего, видят меня здесь. Блин, это такой неплохой шанс был убить. Ну, если бы они не ушли, я бы кого-нибудь точно убил. Снайпер, сюда вард. Сейчас будет легче кого-то обнаружить, убить. Я люблю на горке ждать. Кто-нибудь так с горки идет, он просто не видит, что я здесь стою, а я его вижу. Преимущество в этом. Вот, смотрите. О, понятно. Ну, блять. Ну, понятно, что. Варды. Ну, пока размен нормальный. 1-2. Ведет ли морф? Или... Давай, минер. Размен заебись, но этот сдохнет, да. 2-4 размен нормально. Но что-то это вообще жирная пизда, не сдохло. Ну ништяк, и теперь я буду, я вообще сейчас, наверное, нет. Я сперва сделаю аганим, доделаю, потом гем возьму, потому что они заебали. Я думал, все, Аслар ко мне идет, все, он умер, изи. Но нет. Но он и так умер, как бы, но не от меня. Да, жесть, конечно, урона от Сларка. Даркпак, связка, тычки, еще и радик. Так, мне еще 1000, и будет аганим. Вешай давай на него. У тебя аганим, думчик. Все, он умер. Или нет? Или он там отхилится сейчас? Пизда. Живи. Эх. Какого черта? На, по башке.
Ладно, он неубиваемый какой-то этот. Я мимо урну кинул, все. Я слишком огромный, и поэтому я нажал прям на себя урну. Так бы ЕВД бы убил. Но не фартануло. 300 монет, да, гонимо. И будет крутяк. Добро пожаловать. Надо что-то с этой гадюкой делать, медузой. Не знаю, что. Ее трудно будет убивать. Ее уже-то трудно убить, блин. Но у нас есть морф неплохой. Она вон тупо через мины проходит, и вообще не наплевать на все. Буду ждать здесь. Стой, не уходи, куда пошел. Не-не-не-не-не-не-не. Миня, спаси, спаси, сохрани. Трэпу ставь. Трэпу ставь, братишка. Гадюку убили, хорошо. Блин. Только я хотел в него запрыгнуть, и он в лотар ушел. Блять, да вы заебали. Нет. Полетела ко мне банка. Банка варенья, блядь. Чего у него не хили турна? Я же ему кинул. На, еще третью тебе. А, понял, он же урон получается. Три урны, блядь, на него всадил. Не подхилил. Какого у него там инрейт-то? А, это паразит. Паразист, где? 54% для ТБ это нормальный винрейт, мне кажется. Надеюсь, умрет ВД, не успеет до фонтана добежать. Оу-оу-оу! Радик, блин, он меня сбивает. Дагер. Ну давай. Жду тебя здесь, Ларк. Надеюсь, ты ко мне пойдешь закупиться. Давай, сходи закупиться, тварь. Сходи закупиться, поганец. Наверное, по этой причине он собрал радик, чтобы не дагер сбивать. Ну, это бред, конечно. Ну, кстати, сейчас баунти руна мне как раз нужна. Не хватало там немножко для гиперстона. Я уже не могу, блин, вещь доктора убить с паркаста. Надо уже как-то подфармить каких-то артов, кирасу сделать. Вот приятно очень с гиперстоном играть. Блин, кто-то вечно руны забирает. Нон-стоп. Чувствую, что я здесь сейчас умру. Но мне насрать. Я люблю рисковать. Тычку. Еее.
Кто-то там уже ко мне бежит, надо сваливать. У меня слишком быстро бегает. Ну я, блин, с прокаста его уже типа не убиваю. Я думал убью. Я вроде попал и станом, и тосом. Или не попал станом. Ну там вслепую пришлось кидать стан. В принципе, мог я не попасть. То есть не увидел я, короче, попал, не попал. Но если попал, по идее он должен был умирать. Но, значит, не попал. О, не инизик. Блять, мне сейчас что, всем смотреть, что ли? Он же что, он сам не знает, что ли, свой? Он ли минер? 54. Он ли минер 54%, да. Угу. Кем купил Сларк? Надо бы выбить его. Ну, морф заебись, сыграл. Наверное, один морф из 20 сыграет нормально. А остальные хуёво. Такие мне, в принципе, попадаются часы, которые хуёво отыгрывают. Берут морфа, и они за 40 минут только или за 50 делают один слот. И, ну, соответственно, с такими артами никого не убивают. Ёбаная снежинка летает, замедляет жесть как. Ёперный театр. На! Гем, забирайте. Банка огурцов летает. Хилимся. Кираса. Хоп, хоп. Пойду по корону возьму, если она есть. И надо спушить. Ну, как обычно. Или подождать, может, руну. Я подожду.
Но в этот раз я Сларка почти с прокаста убил. Ну, типа прокаст и натычка хватило, чтобы он сдох. Видимо, в тот раз я не попал сам. Так, мы здесь вдвоем со снайпером. Тускар с Лотаром, опять же. Не знаю, успею или не успею его забрать. Ну, с ДД повезло. Убил. Дальше кто у нас на очереди? Так, кто-то на топ вышел. Сларк. Сэф еще. Это уже опасно. Не, ну я кого вижу, как бы, кого того я убиваю. А чё, я почти любого с прокаста убиваю. Почему бы и нет? Да как? Тычка не нанеслась почему-то. Видимо, он в лотар зашел и тычка отменилась. Но все равно убил. Нормально. Гадлайк имеем. Вот когда хочется поиграть в доту просто, тогда... О, подарочек. Ты чё, бля? Бам-бам по ленам, по головам. Лас-хит, хоп. Дальше бьем. Ты чё, проблемы? В принципе, основные артефакты для тени это даггер, аганим и кираса. Потом уже можно всякое собирать, типа жолнеры там, МКБшки всякие там. Я даже радик делал в предыдущей игре. В принципе, нормальная тема. Чего желает мой просто для урона. Да и если в команде противника много даггеров, можно в принципе сделать радик, чтобы, ну, если финансы позволяют. Так, господи, зачем его еще зачем-то. Вот и закончилась игра. Ладно. А, да. Вступайте, ребята, в мою группу. Точнее, в клан мой. На секапе ссылка под видео. Также можете вступать в группу ВКонтакте для дополнительной информации. Все. Всем удачи. Всем пока.